Ну а прямо сейчас сюжет о необычном спектакле, который юные актеры Чебоксарской театральной студии «Орликин» показали своим сверстникам из реабилитационного центра. Побывала на нем и наша съемочная группа. Бип, стоп и движение разрешено. Как спасти страну от дорожных аварий, рассказывает инспектор ДПС. Но для наведения полного порядка понадобилось найти регулировщика. Также юные таланты продемонстрировали, как нужно обходить автобус и какие дорожные знаки надо знать наизусть, чтобы не попасть в беду. Полезная познавательная программа, театрализованная мы ее так называем, чтобы она была более доступна детям, более легко воспринималась. И когда это театрализовано, то дети запоминают быстрее и лучше ориентируются потом. Посмотрев спектакль, ребята уверенно могли сказать, чем занимается регулировщик на дороге и можно ли играть на проезжей части. Спектакль «Дорожный марафон» оценили и самые маленькие зрители. Мне очень понравился спектакль о правилах дорожного движения. Буратино и Мальвины. Актеры театральной студии «Орликин» – частые гости этого реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями. Не успев попрощаться с артистами, ребята уже ждут их очередного выхода на сцену. Татьяна Трофимова, Олеся Русакова, Антон Вовк, Республика.